Наш любимый пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Мне был показан адский огонь, и оказалось, что большинство из его обитателей – женщины». Мои дорогие братья и сестры, многие из людей сосредотачиваются на своих обязательствах перед Аллахом, и это правильно. Но они пренебрегают обязательствами по отношению к окружающим их людям, и особенно к своим супругам. Сегодня мы поговорим о том, насколько опасно пренебрегать этим. Женщина, которая молится тахаджуд, то есть дополнительная ночная молитва, она молится ночью, днем же она постится. И она дает садака, то есть милостыню, так как эта женщина уже выполнила свои обязанности перед Аллахом. Все обязательства выполнены, и теперь она совершает дополнительное поклонение Всевышнему Аллаху, свят он и велик. Она ежедневно выстаивает ночи в поклонении. Она постится желательный пост в понедельник и четверг и держит все остальные необязательные посты. И она дает дополнительную милостыню, поэтому она находится на очень-очень высоком уровне поклонения, достичь которого стремится каждый здравомыслящий и практикующий мусульманин. Но она вредит своим языком своим соседям. Она говорит о них плохие вещи у них за спиной. Она, возможно, оскорбляет их. Она делает им больно своим языком и своими поступками. И что сказал наш пророк, мир ему и благословение по этому поводу? Он сказал, что в такой женщине нет ничего хорошего, что такая женщина из обитателей ада. Мои дорогие братья и сестры, слышали ли вы, что это показывает нам высокую важность наших манер, нашего взаимоотношения с окружающими нас членами семьи, соседями, коллегами по работе, братьями и сестрами? И это очень важно, мои братья и сестры, потому что эта женщина уже выполнила обязательные дела в исламе, а именно молитву и обязательный пост. Так она, к тому же, еще и совершает дополнительное поклонение Аллаху. Но она вредит своим ближним, что значит, что она идет непременно в ад, чтобы быть наказанной за то, что она совершала. И дополнительное поклонение, что она совершала, не защитило ее от адского огня. Поэтому мы должны быть предельно осторожны с каждым своим словом и действием, которое мы говорим. Также наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал по этому поводу: «Поистине немущим из числа членов моей общины окажется тот, кто в день воскресения принесет с собой молитвы, посты и закят. Но при этом выяснится, что он оскорбил этого, оклеветал этого, присвоил имущество этого, пролил кровь этого и ударил этого. И тогда что-то из его благих дел будет отдано этому, и что-то этому. А если запас его благих дел иссякнет, прежде чем он сумеет рассчитаться со всеми, тогда из грехов, обиженных им, станут брать что-то и возлагать на него, а потом его ввергнут в ад». Хадис передали имам Ахмад, Муслим и другие. Посланник Аллаха, мир ему, сказал, что его добрые дела будут перечислены на счет тех, кому мы причинили вред. Если же его добрых дел не хватит, чтобы погасить счет, то грехи пострадавшего будут зачислены на его счет, и он будет выброшен в адский огонь. Мои дорогие братья и сестры, хадис, который начался с того, кто молится и постится, и дает милостыню, и закончился тем, что он будет в адском огне за то, что он или она причиняли вред другим, окружающим их людям. И поэтому, мои дорогие братья и сестры, когда мы видим, что наш брат или наша сестра молится 5 раз в день, это прекрасно, это отлично. Но он обманывает, он лжет, он распространяет слухи о других, он злословит, он вредит своему соседу, он создает фитну в своей семье и обществе в целом. И мои братья и сестры, мы должны быть осторожны, смотря на эти хадисы, так как эти хадисы на 100% достоверны. Поэтому, мои братья и особенно сестры, давайте посмотрим, как мы относимся к окружающим нас людям. И наши матери, наши отцы, наши супруги тем более заслуживают хорошего отношения. Пусть Аллах сделает нас из числа обитателей рая и из числа тех, кто не попадет под этот хадис в плохом смысле. Аминь.